нас жгли всю жизнь. Нет, я просто тебя хотела спросить, ты хочешь рыжих детей? Вот нет, что. Я не хочу детей, и если они будут рыжими, бой о бой о ноу. Мне не о чем с тобой больше разговаривать. Вот ты скажу. Хотела детей? Да. А я-то здесь при чем? Я просто подумала, если... Если честно, если без шуток, я бы очень расслабился, если бы узнал, что я бесплоден. Ты что? Потому что я такой... А, ну это бы, знаешь, решило очень много, как сказать, моих колебаний в голове. То есть я такой, да я не могу биологически. То есть я просто буду уже ждать, когда у меня будет момент, когда я просто у кого-то усыновлю или удочерю. То есть, а тут история типа, хочу ли я ребенка, не хочу, а готов ли я? А я такой, да не могу. Ну знаешь, это типа хлоп, и ты такой, ну... В плане... Да почему? Ты просто странно... Короче, смотри, нет, вот в чем подожди, дело. Я хочу предложить тебе. Так, ты уже один талончик использовал на не материться, второй на ребенка. Ставка растет, ты даже песню не спела. Нет, подожди, дорогой. Давай это, если вдруг до 30 мы не женимся... Ну, ты 30 не... это очень не... быстро. Ну, это послезавтра. Тебе чуть быстрее, чем мне. Ну, например, после 30 просто договоримся пожениться. Я просто хочу рыжего ребенка. А если я за кого-то выйду замуж, кто не рыжий, мало там вероятность, знаешь, это. То не... есть у тебя доминантный... остается Милонов, Григорьев Аполлонов и я, и ты такая. Милонов? А, ты забыл о нем? Он. Кажется, новый игрок появился. Стоп, Милонов жив. А, Милонов? Я что-то не знаю. Лимонов умер. А Милонов это кто? Это... Лимонов умер? Лимонов умер. Да, да. Давно? Не очень. Недавно, вот, может быть, месяца два назад, да? Но дело его, живет. Слушай, что тебе, нормальное предложение, блин. Нет, 30 это будет... очень рано. Хорошо, 32 с половиной. Что это за... Нет, мне не нравится. Мне будет 30, тебе 32 с половиной. Нет, я не хочу, это очень рано. Я вообще не собирался даже задумываться о семье. Да, ничего не надо, мне просто нужен рыжий ребенок. Хочешь, я тебе просто спермы в ладошки дам? Вот так, на. Делай с ней что хочешь. Я не хочу с тобой разговаривать. Вот так ее сделаешь? Нет. Так. Ну. И ляжешь вот так вверх ногами у стены. Так и надо. Так же забеременеть, чтобы оно вниз по стенкам. Я посмотрю, в чем дело.